Це «Ранок на сьомому», ми продовжуємо. Ну і, як і обіцяли, зараз будемо з задоволенням слухати «Комунолюкс», хлопці. Я так, можна сказати взагалі, що пісня, яку ви зараз будете виконувати, є такою найпопулярнішою, і яку ви виконуєте обов'язково на кожному концерті своєму? Конечно, конечно, песня сейчас, которая прозвучит. Я хочу всем зрителям, всем одесситам и всему миру даже пожелать, потому что лимончиков никогда не бывает мало и не бывает их много. Такие вот. Поэтому держите карман шире в следующем году, и пусть ваши лимоны никогда не переводятся, а только умножаются во многом количестве. Ну, мы желаем то, что желаем самим себя. Самим себе мы плохо точно не желаем. Лимончиков вам до кармана. Молотить, умею вымолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где растете в зоне на балкончике. На базаре шум и гам ходят разговорчики, кто-то жухнул чемодан, но в нем лимончики. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где растете в зоне на балкончике. На кассетской Вене жим, Веня мать свою любил. А если есть Веня мать, а значит есть куда послать. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где растете в зоне на балкончике. Шки! Ай, Соня, где же ваши лимончики? Я вас так умоляю. Сони ночевал, у Сони были гости. Я у Сони попросил, она сказала после. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где растете у Сони на балкончике. Я умею молотить, умею вымолачивать, умею шарики крутить, карманы выворачивать. Вы ж мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ай, лимончики, вы ж мои лимончики, где растете в зоне на балкончике. Нас завітав гурт «Комунолюкс» майже у повному составі, так? Всі є. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, перекличка. Баграт Цуркан.
Володимир Гітін, Олег Весянович, Андрій Охрамович, Ярослав Беш, Олександр Ларкін і Сергій Полторак. Доброго ранку, хлопці. Рад вас вітати у нашій студії. Ви такі яскраві, нарядні в новорічному такому вбранні. Ну і зараз будемо підводити якісь підсумки, мені здається, так? 2021 закінчується, а треба якось робити якісь висновки з того, що було. Яким був ваш рік? По черзі можна розповісти, що найяскравіше було у 2021-му, на ваш погляд? Володимир. Ну, давайте я начну. Давай. Ну, на самом деле, очень у нас такой был переломный этот год, и очень много чего происходило, и мы очень были зажжены тем, что у нас были и поездки в Европу, и несмотря на карантинные все эти ограничения, и мы вот в синагоге в Будапеште, наверное, одно из самых таких ярких выступлений фестивальных было, нам удалось еще и позвучать вместе с известным Будапешт Клезмер Бендом, то есть это взаимодействие музыкантов, это вообще было нечто особенное. Вот. Ну, вообще, много чего у нас произошло, концерты, сняли клип на песню Витька Шрам, вот недавно выпускали. Также вот мы после видео «Елочка» решили, что нам костюмы эти нравятся, и мы вот и к вам тоже заскочили. Ну, в таких нарядах. Первое, что мы в этом году сделали, это собрались под новым названием, под новыми парусами. Вот. И это наш первый год, первенец. Пока все хорошо, стараемся. А в следующий, наверное, год будем уже пожинать плоды. Как, пацаны, да? Так. Конечно. Сергей, что у вас было наискривейшее? Он уже настроен на Новый год. Самое яркое было вот как раз то, что Вова перечислил. Это все наши концерты, которые, вот несмотря на это трудное время для артистов, вот коронавирус, карантины, локдауны, мы вот смогли как-то прорваться и дать ряд концертов в Украине, за пределами Украины. Это очень, я считаю, круто и приятно. Надеюсь, что следующий год будет намного плодотворнее, будет больше поездок, больше концертов. Будем, да, плани есть, будем и уверен, просто двигаться дальше. Так, про плани пізніше. Давайте підсумки зараз відбивати. Так, Баграт, для тебе що було? Для мене взагалі этот год, во-первых, я встретил таких прекрасних, веселих, посмотрите, талантливых ребят, которые я стал частичкой їхньої команди. И мы сделали такие вот все этапы, которые мы прошли в этом году, а был год очень продуктивный. Не знаю, как у ребят, они там это, я как новенький человек, я вам скажу, очень продуктивный. И смотрю даже перед Новым годом, уже скоро остались считанные дни к Новому году, но я смотрю, мы дальше еще делаем все для того, чтобы, как Олежка сказала, чтобы в следующем году брать плоды еще раз. Так, наскільки складно було взагалі зібратися, влитися в колектив, бо хлопці вже працювали до цього, так? А ти як новенький, так? Ну, конечно, нет, как бы, если сказать честно, ну, опыт был-то, как бы, здесь просто другой счет, другие ребята, другой уровень, много съемок, телеканалы, клипы, тут уже более другая задача, то есть потому что больше акцент внимания на как солист группы, на интервью ходить, то есть для меня этот год был, я думаю, что благодаря моей прекрасной семье, что в этом году я даже на хорошую ступень вырос сам себе, и я думаю, и они это видят. И видят, что я стараюсь. Я делаю все, что в моих силах, и двигаться с ними в одну ногу. На самом деле для нас всех это был рост. Это не то, что там у нас типа все было классно, и Баграта только вот к себе. То есть для нас всех это было испытание, и рост, и много чего мы переосознали для себя, и дальше действительно движемся как бы с вот таким ощущением того, что прошли что-то очень такое важное, ценное, и как бы закалились как можно сильнее, да. Андрій. Да. Що було найяскравішим у 2021-му? Ну, у мене і сьогодні все дуже яскраво. У мене сьогодні у дочки годик. Вітаю! У мене сьогодні день буде продовжатися, веселі, радість. Так що все круто. А так, робота, сім'я. Кожен день щось нове, діти радують.
Андрей, скажи, сколько ты рыбы словил в этом году? Ой, много. Еще находил время, представляете, на рыбалку. У меня было время на рыбалку. Столько съемок, такой продуктив. Да, да, на рыбалку езжу даже, вот две недели назад был мороз, все как было, да, налил рыбки, засолил, ребятам скоро подгоню. Перед новорічними святами прийнято якось якісь бажання замовляти. І ось давайте, може, поміркуємо і щось таке найвищі якісь так, якусь планку задамо для 2022-го. Що б хотілося? Так. Ох, ти ж, да. Ну, слушайте, в принципе, если те планы, которые мы построили, ну, как бы мы... Ожидание — это вещь всегда такая очень спорная, да, но понятно, что мы куда-то стремимся. И те же выступления в Европе, те же большие фестивали и возможность в пределах нашей любимой Одессы все время двигаться, быть востребованными, да, в принципе, это то, чего нам будет достаточно. Для того, чтобы мы ощущали жизнь, и могли дарить вот нашу энергетику, нашу радость остальным. В принципе, большего желать — это можно просто себя воображать как вариант, да, но вот это, наверное, основное. Ну, я так разумею, что планы уже есть, так, на 2022? Ну, конечно, очень интересно иногда двигаться вот как-то в моменте, да, но, конечно же, нам без планов потом тоже какое-то ощущается непонимание, да, что мы делаем, куда движемся. Поэтому... благодаря также помощи, в первую очередь, нашего директора Вити Лихотьки, да, кстати, которого вчера родился, родилась дочка. Вот. Мы тоже очень поздравляем. Да, вот, 2021 год и здесь, и Витя порадовал еще больше. Вот. Так вот, и благодаря Вите мы, собственно, держимся тоже в строю и не расслабляемся. Є якісь фестивалі, може, які вже заплановані, на які хотілося б потрапити обов'язково у 2022-му? Конечно. Зігіт. Зігіт. Зігіт хотим. Зігіт. Хотим Зігіт. Да, у нас в 2020-м було приглашение на Зігіт, но в связи с тем годом, да, то есть надеемся, что еще будет такая возможность. Конкретных фестивалей вот прямо сейчас назвать, которые планируются, не получится. Но знаю, что в Европе определенные гастроли уже есть в наметках, где-то вот осенью. Так, ну а концертные майданчики, какие хотелось бы подкурить? Стадионы. Да, они любые. Нам как 20 человек, там 50 человек в зале или на каких-то открытых, так и стадионы, да? Всегда приятно. Не всегда на стадионах получаешь то, что хочешь. Это другой чуть-чуть, я не знаю... Формат. Да, за любой движ, да. Даже за любой столом движ, во дворе это будет, ну, это будет концерт точно с такой же выкладкой, как и на стадионе. А коли ж очікувати від вас нових прем'єр? Так. Що планується найближчим часом? Нові пісні, нові кліпи, коли з'являться? Ой, це, як завжди, такий вопрос. Ні, є январь-февраль. Ми вже щось зняли і приберегли на следующий год. Ага. Да, есть такое, да. Будет какие-то заготовки. Мы в очень интересном месте в Одессе снимали новое видео, которое вот в следующем году планируем тоже выпустить. А также тоже и об альбоме думаем и всех вытекающих последствиях. Ну, я бачу, що плани дійсно досить великі, серйозні. Будемо сподіватися, що все, що ви побажали, обов'язково здійсниться. І отже, давайте, може, якісь привітання перед Новим роком для тих, хто нас зараз дивиться, і для ваших прихильників. Да. Та будьте все здорові. Це не головне, так, особливо. Де камера, давай. Дорогі телезрители, слушатели, имейте возможность в следующем году ходить на наши концерты, на концерты своих еще любимых групп, вот, и танцуйте, веселитесь. И с Новым годом наступающим! Так, до речи, вже знаете, где будете святкувати Новый рік? Плани? Плани?
Так мы с вами договариваемся, у вас. Еще есть время подумать. Мы вместе все. Забыли, так, да. Приходьте обов'язково. Дякуємо за те, що поспілкувалися. Дякуємо за те, що розповіли про свої плани. Ми з вами не прощаємося, тому що ще найближчим часом будемо слухати виконання ваші і ваші пісні. І з задоволенням послухаємо. І це буде дійсно свято і для нас, і для наших телеглядачів. Мама пірва цуца у нега, вса на кича, нічим вам, мамо, пірва, мамо, ми, а, ми, а. Моє желання тільки петь і розпівать би. Давай, да, мама пірва цуца, пірва ца. Вот вам історія одної єврейської свадьби. Давай, да, мама пірва цуца, пірва ца. Сам я видел, как бросали гостя шапка. Давай, да, мама пірва цуца, пірва ца. Рамвин с Месси, Месси с ними и кухарка. Давай там мама перваться, ца, перваться. Молодые пляшут рядом, пляшут гости целым садом. А мама шаверти задом. Ой, мама, свадьба весело идет. А жених сидит, как идиот. Ца, мама, перва, цуца, у нека, пса, на кича, ничим, бом-бом-бом, пили-бом-бом-бом, ми, а, ми, а. И так всю ночь, пока не занялась вся зорька. Давай, да, мама, перва, цуца, перва, ца. То жениху кричали, то не весь и горько. Давай, да, мама, перва, цуца, перва, ца. Кричат раз горько, значит, нужно целоваться. Давай, да, мама, перва, цуца, перва, ца. И гости стали потихоньку расползаться. Давай, да, мама, перва, цуца, перва, ца. Молодые пляшут рядом, пляшут гости целым стадом. А мама шаверти задом. Ой, мама, свадьба весело идет. А жених сидит, как идиот. Отца, мама, перва, цуца, у них овца на кича, ничим, мама, мама, перва, мама, ми, а, ми, а, давай, Одесса, золотом. Отца, мама, перва, цуца, у нега, пса, на кича, ничим, мама, мама, перва, мама, ми, а, ми, а. Як там глядачам, нам тут дійсно весело, хочеться танцювати, а не стояти ось так рівно за стійкою. Я впевнена, що глядачі перед екранами так само вже там танцюють, тому що це дуже запальний виступ. Дякуємо вам. Ми продовжуємо далі поздравляти зрителей, одеситів. І хочеться пожелати ще, пусть Новий год приносить багато можливостей. Пусть кожен день наповнюється тільки радістю. Всі ваші мечти пусть будуть, ну, перейдуть в реальность. А все ваши усилия – это отличные результаты. Счастья вам, добра, успеха. Ну и как тема у нас актуальна, и как в Одессе любят говорить, чтобы мне главное были здоровы. И мирного всем неба над головой. С Новым годом, с любовью, коммуна люкс. И все эту песню знают, и можете вместе с нами ее попивать. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, с виолочка бай-бай.
морозничком укутывал, смотри, не замерзай. Морозничком укутывал, смотри, не замерзай. Трусишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый волк рысою пробегал. Порою волк сердитый волк рысою пробегал. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. И много-много радости детишкам принесла. Отже, Комунолюкс у прямому ефірі в ранку на сьомому були. Дякуємо, хлопці, ще раз за такий позитивний ефір, за гарний настрій, який ви нам створили. Ще раз хочу представити усіх. Це Баграт Цуркан, Володимир Гітін, Олег Весянович, Андрій Ахромович, Ярослав Беш, Олександр Ларкін, Сергій Полторак. Дякуємо, хлопці, з наступаючим вас новим роком. І дійсно, хай усі ваші бажання, які ви обов'язково будете згадувати, здійсняться. І чекаємо обов'язково на вас у нас в гостях вже у 2022 році. Обов'язково.